Ребят, всем привет! Сегодня начинаю свой видеоблог под названием Дмитрич. И сегодня же уходит мой самый первый выпуск. Ребята, правда, я очень сильно рад. И надеюсь, вы меня поддержите в эту новогоднюю ночь, 31 декабря. Поехали, бауч! Вася уносит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, его опять уносит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Вася опять разносит. И просто мне на него, и больше нет вопросов. В общем, сейчас пришли в Ауру покупать Юрия продукты на день рождения. Юрий, вам сколько сегодня исполняется? 20. Давай вот такого везем, ты не против? Или вот такой? Мне кажется, они вкусные. Знаешь, что надо отучиться от камеры? Ну, в смысле? Убирать камеру? Нет. Знаешь, что надо учиться? Научиться просто работать на камеру. Ну, в смысле, не то, что это как-то западло. Не то, что это как-то западло на камеру. Сидеть и снимать себя. Просто, мне кажется, что типа, как думают, будто ее нету, и ты разговариваешь. Да. Вот как это сделать, я не могу понять. Я тоже не могу понять вообще никак. Как можно вот себя снимать, и чтобы на тебя люди смотрели, и тебе было пофиг. Вот это вся очередь на Мияги. Ребят, пиздец. На Санрайз. Такая же очередь должна быть на Санрайз. Позвони ему, скажи, чтобы он бежал. Он сказал, с метро уже. Да? Ну что, ребят, хочу, знаете, что сказать? Самое главное, имейте друзья к директора клуба. Это самое главное. А то иначе будете так же стоять. Да, Юр? Это вообще нереально. Это было мило, друзья, пошуми! Друзья, как вообще обстановка? Все нормально? Никто не устал? Продолжаем. Ради чего? Зачем? Ради такого! Зачем? Ради такого! Зачем? Уличный дух прошел весь тут не красит. Моя подруга просто подруга на сайте. На ваши губы фонды, доллары вы надели фонды. Проще парень на небе взят. Души горели и лишь продавали спать. Что для вас спать? Самое главное, чтобы заебись все делом. Да. И женщину верно.
Мы устраиваем конкурс по армрестлингу. Участвуют девочки и мальчики. Мальчики выигрывают бургеры, девочки шампанское. Мне интересно, кто выиграет у мальчиков? Я думаю, Серега победит. Можно вопрос, вас как звать? Сергей. Вы уверены, что вы выиграете? Ну, я вложу максимум. Максимум? Ну, надо максимум, правда. Серьезно. Да, вот так надо сделать. Не, а чем занимаетесь по спорту? Регби. Регби? Да, ну, согласен. Парень регби занимается. Это будет запиздец. А вы будете участвовать по армрестлингу в конкурсе? По армрестлингу будете в конкурсе участвовать? Вы считаете, нужно? Да, нужно. Чего? Не знаю, можете выиграть. Раз, два, три! Миша, так психологи, вывози, Миша. Первый финал. Снимать, ты видишь? Давайте, стой. Брат, это рейтинги. На фоне, извини, но у нас рейтинги пишем. Стой, тихо, расслабься. Поставили. Серега, не напрягайся сильно, пожалуйста. Тихо, стойте. Раз, два, три, фай! Серега, блядь! Да Никита жестче будь! Давай жестче. Жестче? Давай, Чебуренко тебя учил! Никита, да ты что Спартак-то позоришь? Я поставил! Не, еще на одной! Никит, Спартак, покажи им! Ну покажи, как мы же футболисты, давай! Надо! Надо? Надо! Сделаем! Мы футболисты, давай! Давайте поддержим! Никита! Раз, два, три! Даешь! Ну, ты должен на левую сделать! Ну, иди, давай. Ну, ладно. Все. Повезло. Ваш бургер. Наташа Лава. Лава Наташа. Нет, Наташа Лава. Правильно, Наташа Лава. Шалава? Наташа Лава. Или Шалава. Наташа Лава, все верно, вы все правильно. Все, тихо. Все плохо. Так, давайте. Наташа Лава, дурак. Наташа Лава участвует. Давайте на счет три. Спокойно, сидите, не напрягайтесь. Раз, два, три. Все, Наташа Лава. Как обычно, снизу. Молодец, реально. И, ребят, еще немножечко информации для тех людей, кто досмотрел мой видеоблог до конца. Хочу объявить конкурс. Так как я являюсь соорганизатором вечеринки Sunrise в городе Новосибирск, наша первая тусовка пройдет с 6 по 7 января, то есть это будет Рождество. Хочу разыграть
именно для вас 5 VIP-билетов, целых 5 VIP-билетов, и вы можете со мной потусить. Что нужно будет для этого сделать? Репостнуть это видео, и та запись, чья наберет большее количество лайков, я тебе лично их отдам, эти билеты. Конкурс пройдет до 5 января. Начинай. Я знаю, именно ты хочешь прийти ко мне на тусовку. Поехали.